Это еще не все уменьшительные суффиксы. Правда? Давайте еще «оньк» и «похожий». Оленька. Еник. Еник. Да. Давайте от имен разных образовывать. Так, Лиза. Лиза. Ну, можно сказать «лизок». Лиза. 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 Правда? А можно «лизонка». Лизенка? Лизенка. Ну, лизенка непонятно. Звучит. Да? Так, ну, еще да. Что-нибудь. Денька. Миша. Мишенька. И Мишенька. Кобыла. 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 Да. Кобыла, кобылка. Кобыла, кобылка, согласен. И кобыленка. Ёлк. Да? Ежонок. Ежонок уже был. Так, а еще что-нибудь интересное. Оньк, еньк. Паучок. Давайте так. Паучок. Я получу имена. Паучок. Вы попробуйте от них образоваться. Первое имя будет Лена. Лена. Ой, что это делать? Лена. А он... Может, конечно, может чередоваться. Лена. Кто чередуется с чем очень часто, да? Лене можно много что образовать, правда? Второе имя будет Оля. Вот, есть такие шоколадки. Шоколадки есть скорее Алёнка, правда? Да. Да. Это немножко другое имя, Алёна. А у нас просто Оля. Лена, Полена. А у нас получается футбол. А сколько значений? Три значения хватит? Не обязательно значение. Значение это одно и то же, правда? Ну, три хватит. Ну, пускай хватит. Хотя можно и больше. А сколько можно? Можно и больше. Можно бесконечно. Нет, хорошо. Ваня. Ваня. Последнее вам слово. Вова. Зима. Зима. Ну, что получилось? Аляска. От Лены наверняка получилось Леночка. Леночка. Елена, согласен, но это не суффикс, правда? Это просто полное имя, да? Да. Как? Ленюся. Ленюся. Лена, Полина. Еще? Ленка. Да. Еще? Суффиксы не забываем выделять. Подумаем, зачем они нам нужны. Ленечка. Как? Ленечка, ну, скорее-то Ленечка, правда? Ленища! 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 Большая-большая Ленечка. Да. Хорошо, еще. Ленечка, вокруг маленькая, Ленечка. Ленечка, возможно, Ленок. Почему бы и нет. Так, еще. Ленок. Ленок. Угу. Леночек. Да? Угу. Ленок. Еще. Пулька. Да. Ленок. Леночек. 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 Так, еще. Ленки МСС. Хорошо. Ленка МС. Оля. Олька, Оля, Оля, Лена. Олька. Олька. Ну, Аленочка это скорее Алена, да? Оля. И тогда ее надо писать через А. Да, она Алена. Олечка. Да? Оля, Алена. Так, Оля просто, Ольга, согласен, да? Алюня, почему бы и нет? Так. Еще, еще. Ну-ка. Ваня, Ванюша, Ванюш. Ванюша, Ванюш. Ольга, Ванюша. Олечка. Ольга. Оленька. Кто-то мой следующий Ваня. Оля, Олька, Алюсик, Алёчек. Алюня, да? Ваня, Ванёк, Ванёчек, Ванюшек, Ванечка, Ванёк, Дима, Диман, Диман, у кого-то отлично, так, у кого-то Димуля, Димка, Димочка, Димочек, Дмитрий, конечно, это полное имя, да, полное имя.
Да, ну и хорошо. Так, Димо. Что? Димочка. Димочка. Димасик, почему бы и нет? Так, еще что-нибудь? Значит, мы изобретаем разные суффиксы, да? Как мы можем назвать людей? Ванюша. Димочка. Ванюха, что ли? Димоха. Даже Димоха. Да, возможно, и так оказывается суффиксом странным. Ох, получается, да? Да, но вас это не должно смущать. Суффиксы бывают странные. Более того, бывают суффиксы, которые только в одном слове и встречаются.